Привет. Она же кузовная. Не, ну, а там ты рамой ударился и отпрыгнул. Ну смотри. Я да стакан сезон. С коронавирусом сожгли. Я отъездил сезон и ничего не отрыгнуло. А что 2 недели тебя не видно? А это я тягал у этого Жеку. Это Шишиву. Уже сейчас. На самурая. Это я так вытянул его из болота. Он а меня какая у него машина? 70-ка. Из-за этого думаешь? Я ему тоже говорю. Ну они все сидят. Там Крис сел впереди меня. Это ж на Троещине, на вот этой. Ну, на днюхе. Это страшные места. Они все там сидят, в рацию кричат, один самурай только ездит. Я говорю, ну да, я езжу, тогда что я могу сделать? Они ему делают то, что ты ее засаживаешь сразу, раньше, чем самурай. У него первая сажает. Ты тоже сидишь. И целая она остается, ну, понял? И там банька, если что. И банька, если что. А, Криса хотел вы? То, что да. Я сегодня эту ошибку ты хотел сначала совершить. Это я хоть лебедка его вытягивал. А, лебедка. Я не вытянул, я тупо к Крису приезжал все время. Надо а закопаться было. А куда закопаться? Никого нет, только я. Все остальные сидят там дальше. Ну вытянул Криса, а потом за него вытянулся. Как? Я не мог, там ни деревьев, ни хрена нет. Закопаться надо было. Как? Стоишь на месте, копаешь, копаешь. Так я бы застрял бы, а если бы нет. Он не вытянул? Ну кто кого-то... Тогда вообще бы никто никого не вытянул. Потом бы я приехал вечером и вас спас бы. На Чирокезе? Да. Поэтому я подумал, 5,7. Что это галимая идея. Женщина завела вообще в дебри. Я говорю, женщина Крис, вообще, что-то проблемы какие-то у меня с ориентацией. Я говорю, Крис, я тебя не вытяну. Я поеду сейчас кого-то там попрошу, чтобы за тобой приехали. Мы... Или кого-то якорем там типа. Я приезжаю, стоит Саня, застрял, вынимает этого Жеку. Он к нему подъехал и сел там, здесь тоже сидит. Что-то не на тех машинах они, да, приехали в тот день? Один ты был на правильной машине. Ну, конечно. Я подъехал, говорю, ну, пацаны, что случилось? Жек говорит, надо меня дернуть немного. Я говорю, ну, блин, чем? Я тебе лебедкой только могу. Не, я там чуть-чуть только. Я просто, мне надо ну, уже подернуть. Немножко там я фактически своим ходом. Я говорю, что, серьезно? Я говорю, да. Ну, он говорит, да. Я динамику цепляю, бум, бля, как в стену. Сколько пара на самурай? $300. Одна пара? Она же маленькая. Вот это вот маленькая пара $300. Ну я его два раза дернул на это цена долларов. Там? А? Цена там или тут? Здесь уже? Угу. Не, ну смотри, это вторая переживают на самурае там 30. Какие у тебя? 32, да? Или 33? Свободно. 33. Держат палки, ну, все работает. Нет, там все не родное. Все усилено. Как оно держит родное? Потому что у нас, ну вот в Ливерпуле был какой-то чувак, не помню, как туалет, на красном самурае, но он ставил 32 колеса и едет, говорит, больше говорит, ничего не видел. Ну, это он просто не едет, понимаешь? Да, он просто так едет. Поедь куда-нибудь в РФС и посмотри, как он там поедет. Не, ну это не РФС. Ну так все. Вот не, ну все. Для РФС там все переделать. Все надо переделывать. Самурай надо все переделать. Кроме коробки и двигателя, наверное. И кузова. Кузов тоже надо переделывать. Не, ну обваривать его надо. Потому что самурай, он склонен к переворотам. Ну как, надо переделывать. Надо ставить Т-образный рычаг сзади. Надо, или лучше там даже 4-рычажный ну, делать сзади будет. Все. Ну, надо лифтовать его, надо полностью все менять, пружины ставить, а не то есть самурай, рессоры. В принципе, тоже говно, да? Нет, это офигенная тачка. Так там же все переделать надо. Да. А в Ниве не надо, она и так белая Нива едет. Ну, это же запросы другие, это же, оно переделывается уже под другие вещи. По 35-е колеса, например, поваренные мосты там, да, они все усиленные. Ну, это же не просто. Ну и все меняется внутри. Убегайте! Пошел экшен. Ты хочешь сжечь бочку или что? Да. Блин. В прошлой жизни он был не стоматологом, а кочегаром, да? Был Жанайдар. Жан, да нет, иди сюда, сюда иди. Теми, кто ее сжигает. Вот так и оставляй. Приедем в феврале, а костер уже есть. Посмотри, что делает. Просто хана.
прикинь, с тобой такого будет его, когда ты вырастешь. Со всех дыр валит? Нет, надо подбросить дров. Со всех трех дыр валит. Наши кто-то сверху встал на бочку. Наши кто-то встал на бочку. Не хочет, что-то жечь. Не надо, хочет сжечь брата. Да мы его на секунду сфоткали. Видно, смотрел фильм «Брат 2», я понял. Кого? Егор, он опять на тебя, да, бузит? Ага. Иди, давай, справа. Хочет сжечь тебя. Прыжка. Давай его, сейчас я руки помою. Сейчас мы его ушатаем. Угомоним его. Тебя плохо, ты до челюсти не достаешь, да? До моей, да? Не, ну рукой можно дотянуть. Но это не точно. Ну это не точно. Лопату же не сожги. Надо вот сюда поджечь, надо эту сторону. Не, ну с дымом тоже интересно, чего. Красиво очень. Класс. Ну что, Егор, ты готов? Вот это вот все сфотографируй и размести в Инстаграм, чтобы оно влезло в один пост. Сейчас он пошел за изолентой. Красиво расправить губами. Можешь его натянуть на всю бутылку? На всю бутылку натяни. Создать в щеках вакуум и прижать аккуратно к стенкам. Размер маленький какой-то. Это напальчник ты использовал? Да, да. Все документы. Напальчник. Не, ну в дорогу мы неизвестно, сколько будем задним ходом ехать. Дорога ну, дальняя. Неизвестно, кто сзади подкрадется. Может пригодиться. Не-не, задним ходом мы обезопасены, когда едем. Сзади нельзя подкрасться, потому что мы едем задом вперед. Клизма такая хорошая. Кто бы сзади не подкрался, мы его переедем. Только не на руки. Это для рук, а это так, для гигиены рта. Давай там все, а что? Это Веталь так использует их, чтобы не слетело. Говорит, лайфхак, если у вас маленький, то обтяните изолентой. Ой, блин. О, нормалек, все, годится. Герметично? Да, ну подожди. Ну, а если хочешь бухать, взял здесь, прокусил и подсасывайся. Да, те, кто уехал раньше, конечно, лоханулись вообще. Все пропустили. Ну, все вы сможете увидеть на моем канале. Это все. Так, темно, сыро. И у УАЗа задние туманки не светят. А нам-то надо ехать задом. Сейчас починим, наверное. Как-то тут жестко внутри все. Так, включение. Прижми. Включение. Находится здесь. Задних этих. Ну, подержи вот это. Блин. По-суровому. За 10 лет мы в эту коробку еще не лазили. Постепенно света стало меньше, люстру сперли. Сперли? Ну да, здесь сперли тоже люстру. Кто? Где? Откуда? Где сперли? Видите, стояло. Так, все, вот это второй тумблер, это... Сейчас это в карман. Второй тумблер, это задний свет. Но если замкнуть, должно загореться. Но. Смотри назад. Ну что-то там вроде горит. Да, горит. Горит? Горит, да. Так, сюда снимай. А вот можно здесь отсоединить и здесь. По идее, сейчас мы починим быстро и поедем.
Мы помчимся. Ну, чтобы назад было видно, куда едем, мы же задним ходом будем ехать. Тумблер просто, видишь, он, ну, остальные работают, а именно этот, который нам нужен, перестал. Сегодня запах солярки какой-то бешеный. Видно, бензобак уже подустал. Короче, машина требует серьезных вмешательств. На продажу надо. Да, конечно. На продажу. Кто же ее купит? Какой-то твой фолловер. Ну да. Какая-то из этих, я думаю, сейчас мы... Подожди. Да. Нет. И одна вот эта. А вторая. Ну подожди. Смотри, назад загорелось. Не. Да. Сейчас. Не, сзади. Не. Нету, да? А так. Тоже нет. Вот так, да, есть? Да, так есть. Вот так. Нету, да? Нет. Так, нету? Нет. А вот еще провод один. Так есть, да? Так есть, да. Вот эти, значит, да, замкнуты, да? Угу. Сейчас горит. Так, все. Что мы тут подключали, тут поотрывали. Какие-то тут сейчас прикрутим вот так. Лишнее, то, что нужно наружу. Все, сейчас прикручиваем и едем. Тикток, Инстаграм, именинник. Все, пока-пока. Именинник уезжает. Первый уехал, даже не успели мы глазом моргнуть. А где делся первый именинник? Ну как, где ждет он тебя? Что-то снимает, он видел, пошел. Теперь вообще мало ездит, да? Вообще не ездит. Вообще не ездит. Только снимает, слепой. А вот эта тарелка осталась. Так, ну ждем еще двух гостей. Еды немного осталось. Вон она свежая. Она свежая, слепой. С едой уехал. С едой. Нас бросил, скажем. Ой, еще кто-то идет. Где? А, так вот кто там в лесу светил. Не видно сурово, а там мы было? Мы вглядывались там в лес. Кто это светит? Короче, места хорошие. Обладывались. Ждем гостей. Сейчас туда в наш Чужой забрел в наш аул. Фильм Чужой, 8-я серия. Суровый нас нашел. Суровый нас нашел. Опа, нифига себе, слышь, это он у кого-то отжал машину. Это кто-то фильтра при... Это кто-то фильтра привез поменять, да, или что? Да, на ТОшку сразу. Пластикового не вижу. Нету. Привет. А что ты за человек, ну? Взять клиентскую машину. А мы тебя видели. Егорчик, я вижу. Привет, Пашка, привет. Заходи, садись. Ты опытный. Тут Андрюха хочет тебе рассказать, как правильно точки искать. Подожди секунду, Инет не работает? Привет. Мы же, получается, тихо-молча едем. Так как Инет может не работать? Ты что-то снимаешь опять? Не, это просто я держу. Вот поверни вот так, посмотри. Нормально там все, нормально светит. Ну, так что? И уехали почти аж. Подгорели. Вай, слышишь? Ну, я понял, вы в Борисполе развернулись. Вторая будка туда, в конец. Да, но то в Борисполе. Проехали.
В Борисполе развернулись и назад, да, Илюш? Зато как накатали. Рассказывайте, что у вас тут. Да ждали тебя, из еды осталось немного тут, смотри. Сейчас еще люди ищут. Они только что выехали, не могут. Потеряемся. После переезда вдоль железки направо мы. Перед переездом, блин. После переезда. Ну так вы же потерялись или нет? Там два переезда. Ну хорошо. Так не, если повернуть перед первым, то второй его же не увидите. А слепой это что скинул? Сейчас слепой скинул, да, хорошо, доехал, понял, проезжаю. Да слепой скинул на 16 этаже, оно там возле на Бажана. Два переезда, в конец вот эти начинаются. А, и у меня это же, да, и у меня туда же он скинул. Красавчики, да. Да, держите, кулечек фирменный. Спасибо, да. БМВ кулек или что-то? Да. Меня предупредили, короче, Олег, понял, спалился? Говорит, тебе Русик подарок приготовил. Вот, сука, какой Олег. Надо что-то с ним делать, если больше... Ну хорошо, что ты хоть нас нашел. Ну и следы осталось немного, сразу тебе говорю. Не, ну там еще тазик с картошкой. Было до хера. Оливье есть? Будешь оливье? Не, было до хера. Мясо. Пока Руслан не нашел точку нужную. Я тоже там на ту сторону меня слепой вел. А паштет ты привез? Да, есть. Паштета 8 видов. Покажи паштет, который тебе подарили. Да. Нет. Покажи. Егор, покажи паштет. Покажи. Егор. Егор сожрал. Егор, покажи. Егор ел грибы. Чувак мне говорит, пошел по соседям там и нашел не 200 метров, а 300, и не за 3600 долларов, а за 15 тысяч гривен. Это самое. Я этому херу говорю, все, я переезжаю. Он говорит, все, я согласен там на то, что ты там типа мне там. Ты ему... Я говорю, пошел ты в жопу, говорю. 3 месяца я с тобой ходил, разговаривал, договаривался, ты мне. Давай подождем. Я говорю, давай я буду ничего не буду платить. Будем ждать хоть полгода это самое. Ну, типа, может оно куда-то вырулит. Я говорю, я не могу заработать столько денег, чтобы тебе столько отдавать это самое. Ну, короче, я переехал во второе место, там 300 метров и ближе, и на фасаде, и без проходной, и без всей фигни. На остановке? Потом там... Давайте пашкет открывать. Купили все это здание и... Дай суровым. Всех начали выселять оттуда. Я первый оттуда свалил и переехал еще там. В соседний адрес. Я туда-сюда езжу. Ну, то есть на расстоянии там 2-3 дома, ну, это не переезд. А когда она с Подола на Троещину и, типа, принесли ну, такое, бумагу да. там какого-то числа, что через 30 дней, чтобы, типа, помещение свободно, да. Ты ему заварили специально, чувствую, в руках, какая-то железяка, не паштет валяется, да? Ну, так, подарочный. На стол положит, а что-то нет-нет, да и откроет это самое. А так, типа... Такая шайба, знаешь, раньше были эти спиннеры. Можно паштетом играть. А это нервы успокаивать. Да, да, стоишься и паштетиком извинишь. Лет через 10 раздуется и взорвется. Сюрстрёмен. Да, что там паштетом будет. Положи в карман, чтобы не пропал.